подвал нашего дома в 2002 году был приватизирован государством. И, собственно, сейчас он принадлежит администрации города Твери. В субботу, когда все были дома, и все открыли свои краны, вода перестала течь вообще. Попытались вызвать аварийную службу водоканала. Через 3 часа непрерывного общения по телефону она до нас доехала. Начали смотреть линию водоснабжения. В итоге пришли к выводу, что нужно вскрывать подвал, потому что, скорее всего, утечка там, на вводе воды в дом. Подвал вскрыли. Зашли и обнаружили, что он затоплен по колено, он стоит в воде. На вводе трубе водоснабжения была обнаружена с двух сторон бьющая прям прямым потоком вода. Ну, то есть водоканал на это сказал, что так как труба уже введена в дом, она находится уже в собственности жителей, единственное, что мы можем, это перекрыть воду во всем доме. Ну, собственно, что они и сделали. Мы обратились в департамент собственности, потому что подвал все-таки это их собственность, и они как собственники должны в первую очередь присутствовать при всех работах, смотреть за тем, в каком состоянии там находятся трубы. Нам предложили решать эту проблему самим, за свой счет. Департамент по управлению имуществом сказал, что у них нет статьи расходов на содержание таких объектов. Денег у них в бюджете нет, специалистов у них нет, ничего у них нет. Решайте вопрос сами. Дальше все затраты, которые у вас есть, если вы хотите, вы можете обратиться в суд, отстаивайте свои права, и через суд, если суд присудит, мы вам это оплатим. Михайлов Максим Петрович, общались на протяжении всего времени этого мы исключительно с ним. Также вчера я приходила и общалась с его руководством, на что мне сказали, у нас сегодня неприемный день, заявление, претензию вы можете оставить, зарегистрировать, общаться, запишитесь на прием.